На идише есть такое слово, называется менч. Бенадам. Человек. Мишу амити. Что-то настоящее. На него можно положиться. Святые Писания не требуют от нас, чтобы мы ходили со знаменем в руках, на котором написано «Я верующий в Иешуа». Святые Писания говорят, что мы должны быть такими людьми, на которых можно положиться, и другие люди бы сказали, этот человек, с которым я хочу продолжать идти вместе. Но для того, чтобы приблизиться к этой цели, мы нуждаемся в этой книге и также в желании. И вот мы и наши дети. Можем ли мы влиять на них? Вы знаете, что сейчас сила нашего влияния намного меньше, чем было 20 или 50 лет назад. Во-первых, они очень много учатся в школе. Я возвращаюсь домой, я вижу, что дети все еще учат что-то. Потому что мое время настоящее с ними очень короткое. И развили вот такую технологию. И это еще лучше и крадет от нас наших детей. Потому что каждый, когда находится дома, находится внутри этих штук, и с ними невозможно разговаривать. Но в Святых Писаниях мы дважды сегодня провозгласили: «Слушай, Израиль, Господь Бог, Бог единый». В конце есть очень ясное слово. Утром и вечером. Когда ты встаешь и ложишься спать, скажи себе и скажи своим детям, говори о нашем Господе Боге.